Всем привет, меня зовут Александр Зиненко. Сейчас начнется техношествие. Единственная рубрика, которая организует бесплатные экскурсии в будущее. Человек всегда хотел летать, неважно на чем, лишь бы оторваться от земли. В этот раз зависнуть в воздухе поможет Аркаборд. Изобретение, созданное инженером-иммигрантом из Румынии, получило название Аркаборд. Это приспособление, имеющее вид матраса, по мощности превосходит даже некоторые автомобили. В него встроены 36 электропропеллеров мощностью в 272 лошадиные силы. Как обещают создатели, прибор способен удержать пассажира над поверхностью земли, льда и даже воды. Продержаться на воздухе верхом на Аркаборд можно всего 6 минут. Затем батарею придется подзаряжать 35 минут или вставить сменную. Чтобы об изобретении стало известно широкой общественности, авторы проекта начали сбор средств на краудфандинге. Удачным такое приобретение сложно назвать, так как стоит один экземпляр по сниженной цене 10 тысяч долларов. Но если вам все же хочется оседлать матрас-самолет, то за 2000 долларов разработчики обещают устроить 5-дневные летные испытания. Детям вредно слишком долго сидеть вблизи телевизора, поэтому если вы захотите отсадить их подальше, скажем, в кресло гоночного автомобиля, то на помощь спешит компания Active Motors. Aero Smart Kart создан для детского веселья и родительского спокойствия. Картинг для детей от 3 до 9 лет отвечает всем нуждам современного мира. В него встроены GPS и Wi-Fi датчики, а также система экстренного торможения для защиты от столкновений. Ходовая часть детского автомобиля изготовлена из стали, из-за чего его базовый вес составляет 33 килограмма. Работает Smart Kart от пары ионно-литиевых батарей мощностью в 250 Вт. Картинг способен разогнаться до 19 км в час, правда, только с разрешения родителей. Все ограничения и меры предосторожности устанавливаются через мобильное приложение. Помимо скорости, можно выбрать маршрут и территорию для поездок. Приложение позволяет создавать профили для нескольких детей, а также ограничивать время и расстояние поездок. Стоит один экземпляр Aero Smart Kart 600 долларов. Когда мы перестаем верить, что чудеса происходят сами собой, мы наконец понимаем, что такое настоящее чудо. Ученые университета Рочестера изготовили материал, который способен восстанавливать свою изначальную форму при воздействии температуры выше 35 градусов Цельсия. То есть достаточно прикосновения пальца, чтобы материал стал таять на глазах. Субстанция приобретает новую форму за счет внешнего воздействия. Добиться этого специалистам удалось за счет добавления двух цепочных молекул к одиночным звеньям полимера, за счет чего и происходит затвердевание материала после воздействия. Подобная кристаллизация вырабатывает объем энергии, достаточный для того, чтобы поднимать объекты весом в 1000 раз больше собственного. Например, кусок полимерной ткани, похожий на шнурок, способен за счет накопленной при растяжении энергии оторвать от земли литр газированной воды. Новый материал обладает огромным потенциалом и непременно найдет применение в различных сферах человеческой деятельности. Таким вы увидели технашествие сегодня. Помните, что работать, как и отдыхать, нужно в меру.